Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я решила сделать интервью с Милой. Она только-только прибыла из Парижа, и у нее очень много эмоций по этому поводу. Живет Мила в США, в городе Тампа, но мы с ней познакомились в городе Пенсакола, там, где я сейчас проживаю. То есть оттуда пошла наша дружба, потом судьба нас немножко разбросала. Мила сейчас в Тампе, я сейчас в Пенсаколе. Но почему я решила записать это видео? Потому что возник такой вопрос выбора страны. А где же все-таки лучше жить? Потому что душа тянет, вот, допустим, во Францию. Вообще мне интересно, Мила, как ты пришла к такому решению, чтобы попутешествовать именно в Париж? Расскажи, пожалуйста. Привет, Анжела, привет Привет. твоим всем зрителям. Очень рада быть в твоем видео. Мы как-то давно еще планировали, но что-то у нас не сложилось. И вот сегодня повод такой у нас появился, да. Почему, значит, Франция? Когда я жила в России, я как-то не думала о Европе. Мои отпуска все были где-нибудь Египет, Турция, ну, надо на море. И как-то, да и я, наверное, не смогла бы, как говорится, финансово это осилить путешествием. Вот, переехав сюда почти уже 6 лет назад, я поняла, что, оказывается, мир-то открыт, что можно его познавать, оказывается. И у меня была все время какая-то безумная любовь к круассанам. И я такая, ну, я должна туда съездить во Францию, должна попробовать настоящий французский круассан. Вау, слушай, у меня аж мурашки бегут по коже. Я знаю твою любовь к круассанам, что ты их, да, действительно любишь такие свежеиспеченные, чтобы пахли. Да-да-да. Вот. И эта идея появилась у меня несколько лет назад. Тут были пандемия, началась война, и все как-то у меня не было ни настроения, ни желания, по сути говоря. Вот. Потом я не работала, наверное, год, и поэтому как бы у меня не было возможности. И сейчас, найдя свою новую работу, у нас очень сильно в организации мотивирует людей на исполнение мечт, желаний и тому подобное. И, в общем, мой босс мне такой: вот, какая твоя мечта? Я говорю: ну вот у меня мечта, допустим, во Францию съездить, в Париж именно. И мы начали над этим работать. Ну, то есть начали как-то копить деньги и планировать это все вместе. Ты говоришь мы, это ты и босс? Ну да, по сути говоря, да. У нас, потому что у нас, Серьезно? да, Вау! почти каждую неделю у нас митинги, и мы, ну, давай, рассказывай, насколько ты уже приблизилась к тому, чтобы осуществить свою мечту. Я говорю: вот у меня столько-то уже я денег сэкономила, да. Мне нужно было оформлять визу, так как я россиянка, мне нужно было делать визу, и это еще как бы дополнительный шаг такой сложный для меня был. Я никак не могла на него решиться, потому что это нужно собирать документы, надо ехать в Майами, это дополнительная какая-то, так сказать, сложность. Но буквально, наверное, за месяц до поездки, ну, может быть, полтора там уже оставалось, я такая: да, надо попробовать, вот будь что будет. Меня сдерживало то, что, чтобы поехать и визу получить в посольство, нужно уже купить билеты на самолет и предоставить брони того, где ты проживать будешь. Я думаю, сейчас я потрачу деньги, а могу потратить так, что уже безвозвратно. И тут я такая: ну и бог с ним, потеряю я эти деньги и потеряю, зато я буду идти к своей мечте, да? Слушай, как прикольно. Во-первых, я сейчас скажу о том, что у вас очень интересный офис. И если ты разрешишь, я вставлю небольшую такую вставочку, да, чтобы глянуть, как он выглядит для наших зрителей. Но что мне интересно, что на работе такое у вас, да, поощрение и поддержка ваших сотрудников, для меня это просто открытие. Но я скажу, что это крупная корпоративная компания, да, как я понимаю. Нет, И кстати говоря, мы маленькая организация. Может быть, поэтому очень сильно мы сосредоточены на, как говорится, человеке, да, на персонале. Вот. И сейчас, как бы, осуществляя вот эту мечту, я уже думаю, надо что-то другое ему говорить, что к чему-то дальше идти. то есть ты это осуществила, теперь надо следующую ставить. Интересно, но все равно классно, понимаешь, что компания вот так вот
заботиться о своих сотрудниках. Потом я хочу сказать, что ты бухгалтер, ты у себя в стране, в России, проработала много лет бухгалтером, да, 10, наверное, или больше. 12 у меня там было 12. Лет, да. Вот, то есть ты очень хороший специалист, и ты работала там по солнечным батареям, да, как бы у тебя была карьера около 4 лет, это для начала, когда только начинала работать в Америке, да. И потом вот смотри, я знаю, что там были перипетии, что тебе говорили, нет, надо получить специальное образование в Америке, потому что у вас там пробел в знаниях. И тут ты находишь вот такую вот компанию, которая тебя берет с руками, с ногами, обучает, еще и учит ставить цели, учит их достигать, учит на это откладывать деньги. У меня вот просто, знаешь, такое внутри очень приятное чувство, что компания так заботится о сотрудниках. Это с одной стороны, а с другой стороны, смотри, я тебя понимаю, что да, у тебя был страх лететь в Париж, это уже купить билеты. Билеты на минуточку, ну там как бы, да, крупненькую сумму стоят. И это такой, а потом еще в Майами, да, открывать эту визу, это тоже там сколько-то стоит. Ну то есть, да. Знаешь, как уже назад дороги нет, все, ты идешь к своей мечте, да, вот интересно. Да, было только страшно, что вот я именно потеряю билеты, потому что я купила билеты на самолет, они безвозвратные, и я не могла их ничего с ними потом сделать, если вдруг я не еду, то все, это просто потеря денег, да, вот это меня сильно беспокоило, и потом я не знала, дадут ли мне визу, нет, ситуация же такая, как бы я не знала, я россиянка, как сейчас в Европе к этому относятся, хотя я, в принципе, уже резидент Соединенных Штатов, но... тоже не знаю, как бы все равно я россиянка, по сути. У тебя грин-карта, правильно? Да, у меня грин-карта. Вот, я, в принципе, могла бы получить уже гражданство, но пока не хочу, потому что хотела пойти вместе с дочерью, а так как ей уже больше 18 лет, то ей нужно, можно получать гражданство после 5 лет, как она получила постоянную грин-карту. И мы решили, что мы вместе будем это делать, то бишь это будет на следующий год. Понятно. Вот, у меня была такая дилемма, либо подождать до следующего года уже с гражданством, ехать без всяких виз во Францию, либо вот взять и ехать сейчас, и оформлять визы, и все прочее. А сколько обошлось оформление визы, если не секрет, и билет на самолет? Так, ну у нас, наверное, по 90 долларов вышли визы с ней, вот, а билет на самолет мы купили самый дешевый, какой я только могла найти, чтобы мне не потерять деньги, это было с Нью-Йорка до Парижа, нам обошлось на двоих 1600 без багажа, потом мы добавляли багаж по 90 евро. Получилось. Ну хорошо, ну, давай уже про Париж, а то такая подготовка, знаешь, такая подготовительная беседа. И вот вы туда прилетели, вы жили прямо в самом центре, я видела твои сторис и фотографии в ленте в Инстаграм, прям вот видно было Эйфелеву башню, какие-то балкончики такие французские. Нет, мы немножко не в центре жили, мы хотели вроде бы, чтобы Эйфелеву башню было видно, но там было очень дорого, и мы решили, что мы не будем на это тратиться, как бы мы можем сходить на нее. Вот, но мы не хотели жить в отеле, мы хотели вот получить вот этот вайб, как парижане живут, то есть реально квартирку маленькую парижскую и ощутить вот эту вот парижскую жизнь, не как турист, а вот как именно парижанин. То есть это что-то частное было, через Airbnb? Да-да-да, через Airbnb мы делали букинг, и, в общем, получилась такая... сказать, кьют квартирка такая. Она маленькая, но такая какая-то своим вайбом парижским, знаешь. Нам очень она понравилась, с одной стороны, и с другой стороны, там был очень маленький туалет, и вот это нас, конечно, немножко напрягло. Плюс еще не было кондиционера, для нас было просто как-то нет кондиционера, как можно жить без кондиционера? Мы же жили в России без кондиционера, и всегда жили, и нормально было, а тут для нас было какое-то, господи, как так можно жить? Вот. Но пришлось вот спать с открытыми окнами, с комарами. Я давно забыла, что такое комары, а тут ощутила, что такое комары. В общем, как будто бы попала в реальную жизнь. Как будто бы здесь я живу что-то такое ненатуральное, что ли, что-то созданное специально, чтобы человеку было комфортно. А тут я попала в среду, где вот никто ничего тебе не сделал, вот она тебе, жизнь, какая она на самом деле есть. Что мне, в принципе, с одной стороны, может быть, это некомфортно, с другой стороны, ну, это правда жизни, так должно быть. Что
большинстве случаев нет кондиционеров, что эти комары приходят, когда ты окно открываешь. Вот. Плюс мы пользовались метро очень многом. И это тоже как бы от нас в какую-то другую жизнь окунуло, да? Тут мы все время на машинах, никаких тебе походить где-то по улицам, не все время людям как-то... Здесь другие люди. Здесь люди как бы сосредоточены на себе и как бы больше сами по себе, что ли. У них нет никогда времени. А там... Люди как будто бы в обществе живут. Когда они коммуницируют, что вот они идут целой толпой, там люди разговаривают между собой, смеются, хохочут, да. Они идут, и у них какая-то движуха, как это я вот видела в России для себя. Потом люди идут и постоянно разговаривают по телефону. Здесь ты такого не увидишь. Для меня это вот было какое-то открытие. Хотя я 6 лет назад видела это все в России, но за 6 лет как будто бы все это было забыто. Вот. И я как будто бы окунулась в реальную жизнь, что люди реально живут, это реальная жизнь. Они вот идут вместе, разговаривают, приходят в кафе. Для меня тоже было такой немножко удивительный, что ли, момент, когда два мужчины такие, представительные, в костюмах, с галстуком, вдвоем за маленьким столиком сидят в кафешке, они там что-то пьют или что-то едят, и между собой разговаривают. Я такая, вау, так можно было? Это так как-то вроде бы обычно, и в то же время ты это не видишь в обычной жизни, да? Вот, ну, по крайней мере, здесь я такого не видела, что два мужчины там сидели и просто вот не спеша общались и в обед, и... на ланч или где-то там после работы. В общем, вот это тоже для меня было такое, ну, как бы интересное открытие. То есть, да, я понимаю, о чем ты говоришь. А скажи, пожалуйста, мужчины-французы, ну, вот вы с дочерью очень такие интересные и видные девочки. Во-первых, у вас под 2 метра рост, во-вторых, вы всегда в красивых одеждах, если ты захочешь, если позволишь, я своего разрешения поставлю несколько фотографий, потому что я давно не видела у тебя таких красивых, может быть, с вот этим вот действительно вайбом парижским, да, фотографий. Вот, но я что хочу сказать, что вас невозможно было не заметить, а я знаю, что французы, они таких женщин всегда примечают. Вот были ли какие-нибудь истории в этом плане? Наверное, только и однажды, и то это был подкат такой с французом, молодого парня, моей дочери именно. Вот, он начал с ней разговаривать по-французски, она ему такая, ой, я не говорю по-французски. Он, о, да, и он начал разговаривать по-английски, так, каким-то корявым таким английским. Вот, и, в общем-то, он ей сказал, что у нее очень красивый стайл, что ему нравится, как она одета. И что вот он торопится там на встречу с другом сейчас, но очень бы хотел, чтобы у них был какой-то контакт в WhatsApp или где-то впоследствии. Вот. Ну, моя дочь, она такая стеснялка, она растерялась, она такая, вообще-то мы спешим. Хотя парень был очень-очень симпатичный, и он вроде бы так тактично подошел, как бы неназойливо. Она такая, мы спешим. И он такой, да, ну окей, тогда, типа, то есть он даже не настаивал и не был каким-то назойливым, что тоже было для меня очень странно, как, потому что мне казалось, что французы, они такие настойчивые. И вот и у меня такое впечатление, ага. Ну вот произошло вот так, что он как бы такой, да, ну окей, тогда. Вот, и еще что он спросил вроде бы, откуда мы, она ему сказала, что мы с Соединенных Штатов. Он такой, да, мне казалось, что ты где-нибудь украинка или русская. Вау, он вычислил правильно. Да. Она такая, ну да, я типа русская, но мы живем в Америке. Вот. И на этом как бы разговор был закончен, потому что она застеснялась и сказала, что мы спешим. Вот больше, ну, может быть, там где-то официанты немножко пытались флиртовать, а вот так, чтобы на улице еще кто-то подходил или что-то говорили, такого не было. Вот. И потом все время, когда я поехала, я ни разу не была в Европе, естественно, я ничего об этом не знала, но постоянно слышала здесь такие вещи, что французы очень грубы. Они очень грубы и очень
злые, что ли, так скажем. Так и мне муж мой говорил. А муж с вами не ездил, да, Мил? Муж нет, мы вдвоем ездили, да. И я ожидала, что сейчас все такие будут грубые, что мы не говорим по-французски. Мы перед этим с дочерью все время пытались хоть что-то выучить по-французски, чтобы к нам эту грубость не проявляли, да. Мы слушали какие-то видео на французском, как будто я запомнила только одну фразу, а то больше у меня ничего не запомнилось. Причем я практически ей не воспользовалась. Я думаю, мне нужно круассаны есть, и я, соответственно, запомнила, дайте мне, пожалуйста, круассан, и спасибо большое за круассан. Самое главное. Да. Вот, и когда мы, значит, начали посещать, называются эти пекарни патиссери, вот, то мы заметили, что мы, как только мы заходим, все расплываются в улыбке, бонжур, то есть с тобой всегда здороваются, и эти женщины, которые в этих патиссерии работают, ну, как вот ты видел в кино, да, это так же вроде бы как и наяву, да, то есть они такие улыбчивые, такие какие-то со своим парижским вайбом. В общем, грубости французов по отношению к себе я вообще никогда не заметила. Единственное, что, может быть, в аэропорте там одна женщина была так немножко грубовата. Вот, этот миф рассеялся у меня, хотя мы готовились к тому, что будет так. Мы в основном разговаривали по-английски, потому что по-французски мы только знали «бонжур», «мерси». Больше ничего. Мила, скажи, пожалуйста, а в метро, вот как французские мужчины в метро себя ведут? Они уступают место или они пялятся? Или наоборот, глазки вниз опускают? Сначала мне казалось, что все на нас почему-то смотрят. Я думаю, почему? Что-то, что не так? Я не знаю, может быть, потому что... Потом мне в голову пришло, что, может, потому что у меня как бы короткие какие-то шорты были или юбка, потому что, насколько я там видела, особо женщины не носят сильно короткие. В основном все длинные какие-то платья, юбки. Ну, то есть нету такого короткого. Мне показалось, что на меня вот именно пялится из-за того, что у меня вечно все что-то короткое. Что меня начало немножко, конечно, напрягать, но я думаю, ну, что, я привезла все короткое, что я могу сделать? Вот. И вот мне казалось, что по этому поводу смотрят. В метро люди больше, конечно, как в Москве, мне кажется. Ну, не знаю, кто был в Москве, они все как бы больше в телефонах и смотрят в них. Вот. Один момент расскажу в этом, в метро мне просто, не знаю почему, но вот я все время какие-то мелочи пыталась смотреть, и, значит, стоял мужчина, видимо, это был после работы, едет с работы домой, как, ну, как я для себя это поняла, и вот он стоит, значит, двумя пакетами, а пакеты такие прозрачные, и видно, что в них. И вот у него там манго, персики, какие-то другие фрукты. В общем, в основном вот одни фрукты. Я такая представила, вот. И смотрю, у него, значит, кольцо на пальце, то есть он женатый. Я думаю, наверное, вот он с работы едет, но купил, значит, фруктов, едет к детям, там к жене, сейчас фрукты привезет. И мне тоже это как-то ударило вот больше в мою жизнь в российскую. То есть здесь тоже ты это не увидишь, что мужчина там ехал где-то или шел где-то с пакетом, и у него там какие-то фрукты он нес домой, то есть... Не знаю, это как-то тоже меня впечатлило. Вот, это реальная жизнь. Он едет с работы, он купил фруктов домой. Едет, ведет домой фрукты. Вот, больше ничего, кстати, там не было, только фрукты. Я думаю, наверное, там жена продукты основные уже закупила, а он чисто вот побаловать везет с работы. Вот. Да, да, ну не знаю, там, может быть, различные варианты. У меня промелькнуло в голове несколько, по крайней мере. Он мог не только к жене с детьми ехать, а просто к женщине, да. Ну, да, это, вот ты говоришь, здесь не увидишь. Здесь не увидишь действительно мужчину с пакетом. Здесь увидишь мужчину с огромной тележкой в супермаркете, наполненной доверху на неделю. Вот, ну как-то да, ну такое, я тебе обратила внимание, что мы вот тоже едем за продуктами здесь раз в неделю, закупаемся целое, вот это целое дело, это вот надо к этому готовиться, и меня это так раздражает, то есть я так не жила в России, я еду с работы, зашла в магазин, что-то взяла себе, принесла, сегодня мы съели, завтра я иду опять с работы, я думаю, ну, я зайду в магазин опять, да. А также и мы жили в Париже, да, то есть заходили в магазин, брали что-то, что нам нужно, мы не закупались там, не затаривались, а здесь вот, да, нужно вот это вот затаривание, и ты не видишь вот этой вот атмосферы жизни за этим всем, это как будто бы обязанность, едешь специально в магазин, таришься, и это все как-то
не сильно приятно как бы ощущается. Как... Ну да, как работа, как обязанность, да, ты должна это сделать, ты настраиваешься и делаешь. Все, поехали, поехали, нам надо ехать за продуктами, нам надо ехать за продуктами. Это вот какой-то как big deal, да, большое дело какое-то. Хотя на самом деле можно же просто вот как зайти с работы, что тебе захотелось, купил, принес, съел. Вот это я поэтому скучаю как-то. А как вот женщины-француженки, они красивые, одеваются, там, при макияже, при прическе? Или такие, как в Америке, там, в чем, как бы, проснулась, в том пошла, без макияжа, без прически, без ничего? Заметила я что? Есть, конечно, такие ухоженные француженки, и я заметила, что они больше такие в возрасте такие. Какие-то у них тоже парижский вайб, они какие-то накрашенные, какие-то у них парижская какая-то одежда такая. Многие парижанки как раз носят вот что-то полосочку. Я сегодня специально надела такую кофточку-полоску, типа парижский вайб. Вот я, кстати, ее тоже в Париже купила. Вот. И парижанки такие в возрасте, они очень такие манерные какие-то. Вайб у них такой своеобразный. А более помоложе женщины, они элегантные. Я могу сказать, что они все элегантные. То есть не увидишь, как это лосины, какая-то футболка, как здесь все ходят. Такого нет. Обязательно какая-то длинная юбка как-то элегантно все выглядит. Оно может быть не модным, но оно элегантно. Mm-hmm. Вот. И обратила внимание, что для меня тоже было как-то так шокировано немножко, что очень многие женщины не с маникюром и нет педикюра. То есть обувают там босоножки и просто... необработанные ногти вообще никак, не покрашенные. Там, ладно, не покрашенные, даже не обработанные. Да? Также и на пальцах и руках, на ногтях ничего особо не было. Вот это меня так немножко покоробило, но в то же время они как бы не ухожены вот в этом плане, но они элегантно одеты, что тоже как бы... Они накрашены, но немного. Бывает, что вообще не накрашены. Но все равно одеты элегантно. Это как-то, мне кажется, компенсирует. Не как вот в Америке. Они могут быть не накрашенные, не ухоженные, там, я не знаю, нет ни маникюра, ни педикюра, но, опять же, это лосины, это футболка, то есть все кажется неопрятным. А вот у них как бы за одеждой как бы и особо незаметно, что что-то не так для меня. Одежда все скрашивает и выравнивает, да? Да. То есть образ создает такой. Да, вот это я для себя отметила. У меня было... Интересно, что надо же, оказывается, я думала, что парижанки, они все такие, все про маникюр, педикюр, все такие вот такие вот. А... Нет. То есть это я тоже заметила в метро, потому что, ну, большинство ты видишь парижан в метро, потому что на улице ты не знаешь, это турист, очень много туристов, или это реально местный житель, больше их как бы видишь в метро и понимаешь, что это именно парижанки там по французскому, которыми там между собой разговаривают. Ну, по вайбу, да, то есть вот по этой элегантности какой-то, да. А скажи, пожалуйста, вот опиши один свой, вернее, ваш день. Вот вы проснулись, открыли глаза, там первый луч, как говорится, упал в окно. И вот что вы делали? Вот проснулись и пошли куда? Там, во-первых, у нас был, конечно, jetlag. Начнем с того. И он как бы долго длился. Я не могла ночами уснуть. У меня... 5 часов утра, я не могла тоже, ну, валялась в кровати вот так вот туда-сюда, как бы перекатывалась с одного бока на другой, вот. И поэтому вставали мы как-то не очень рано, хотя мы думали, что мы будем вставать рано и куда-то пошли все время. Вот, мы выходили где-то, наверное, часов по 11, может быть, даже уже в 12 там. Но до этого мы встаем, я скорее распахиваю окна в зале, так скажем, это зал, наверное, комната больше называется, как у нас. И у нас такой был балкончик, не балкончик, но окно, и там небольшая площадь с цветочками. Вот, они такие красненькие, и вот это открываешь окна, и у тебя тут эти цветочки, и пол такой паркетный, и вот этот вот вайб сразу такое настроение создается. Хоть у тебя вроде бы ты не спал половину ночи, но ты понимаешь, что надо вставать, надо что-то делать, надо двигаться. И этот вайб тебя, значит, заряжает с самого утра, мы собираемся. Я все время думала, что надо вот с утра встать, даже не накрасившись, не просто вот что-то надеть там такой комфортный, и идти в эту патиссерию, да, то есть в булочную, чтобы есть круассаны. Это был вот мой как бы план на весь отпуск.
каждое утро вставать вот так вот, ничего не собираясь даже. Но так не получилось у меня, потому что дочь, она не пойдет ни накрашенная, никуда не выйдет, и мы соберемся и пошли, значит, в булочную. Брали, старались как бы искать разные булочные, но испробовав несколько из них, потому что они прям практически на каждом шагу эти булочные, мы поняли, что около нашего дома, ну там, где мы поселились, самое лучшее. Мы прям ее отметили, больше всех она понравилась, и в конце концов мы начали впоследствии в нее только ходить. Мы идем, значит, берем кафе Олей называется. Это, то есть, если скажешь латте, то во Франции тебе принесут просто молоко. То есть нельзя говорить так кофе. Надо обязательно уточнять, что это кофе с молоком. В общем, мы брали кофе с молоком, круассаны, и еще мы открыли для себя какие-то вот такие десертики, такие круглые, и в них крем. И они еще обсыпаны какие-то интересные, как бы сахаром, что ли, снаружи. Такие вкусные, они прям берешь, они тают во рту, разрываются вот этим кремом вкусным. И мы такие поняли, что нам даже круассаны не так нравятся, как вот эти вот круглые штучки. Вот. Мы брали их всегда, хотя вроде бы я понимала, что нельзя, надо соблюдать диету, но не могла я не есть всякие круассаны и всякие десертики. А вот. Как вообще еда? Вкусная сама по себе там? На обед что вы ели? Ну, во-первых, надо сказать, что мы не едим мясо, поэтому очень тяжело распознать еду, потому что мы практически ничего не пробовали. Что мы ели, это какой-то бургер мы брали из фалафеля внутри, то есть не мясо, а фалафель. Вот, пиццу мы много пиццы ели. Вот. Хлеб. Очень много хлеба ели, потому что хлеб просто, я не знаю, вкуснее хлеба я никогда в жизни не ела. То есть вот этот багет берешь, и ты прям готов его есть пустой, безо всего. Он такой, как сказать по-русски, это по-английски это кранчи, а по-русски... Хрустящий. Хрустящий, да, и внутри мягкий. И такой, не знаю, это просто балдеж какой-то. Мы в основном даже решили для себя, что мы... Но много ходить в ресторан не будем, потому что там как бы не особо нам понравилась еда, можно сказать. Потому что не было выбора для нас в плане то, что... Ну, то есть не было мясозаменителей каких-то. Вот. И мы просто заходили, брали багет. Мы брали вот эти помидоры сочные-сочные, которых у нас здесь нет. И прям вот можно было помидору эту есть безо всего. Сыр, естественно, очень вкусный. Сыров брали... Вот, и вот таким образом мы питались больше, ну еще яйца, да, делали вот этот scrambled egg, и это у нас был обед, как бы он больше, наверное, похож на завтрак, но мы делали его на обед, вот, а если мы шли куда-то в ресторан, то мы брали вот пиццу, пицца, конечно, там тоже совершенно другая, не то, что в Америке, очень вкусная, но мы один раз, на один день мы летали в Италию, в Милан. И вот там была пицца, конечно, вообще сногсшибательная. Таких пицц я тоже никогда в жизни не ела. Это, она просто тоже таяла во рту, там вся была она в сыре и таяла. Ну, в общем, это было что-то, что-то с чем-то. Как Милан по сравнению с Парижем? Честно говоря, мне не понравился Милан особо сильно. Потому что я вышла на улицу, и все эти... То есть в Париже нету какого-то понтов нету. Хотя, казалось бы, там должны быть какие-то понты, люди понтоваться, но машины все какие-то обычненькие, нет такого, что вычурные какие-то машины ездят, там что-то какие-то понты были. Люди носят бренды какие-то, да, на себе, но они как бы не платят с этим, они надели и идут, да. А в Милане я вот увидела этих, как будто бы как русские мужчины, знаешь, сидят в этих мерсах дорогущих, и вот так вот выставляют лицо из... в окно и высматривает как бы женский пол, да, выглядывает. Вот. Ну, то есть вот это я на себя ощутила, и мне это как-то отвернуло. Вот. Потом мы зашли в ресторан там, вот, и, в принципе, мы были не голодны, потому что мы до этого в другом ресторане поели, вот, а тот ресторан был такой достаточно, скажем, ну, так модный, да, вот, а мы уже были не голодные, мы хотели просто съесть тирамису и выпить вина.
И мы, значит, встречаем по пути мужчину. Я так понимаю, что он был самый хозяин этого ресторана. Он: «А, заходите, типа, нам такой». И с таким маневром, как будто бы вот ты приезжаешь, мне кажется, я в Сочи не была, но мне кажется, это вот в Сочи вот эти вот местные жители: «О, заходи, дорогой, заходи», вот типа такого, значит, да? «Мы сейчас все будет для тебя», вот, типа того. Мил, скажи, пожалуйста, насколько тебе удобно будет говорить о деньгах? Сколько в день, допустим, обошлось вам проживание? Просто нет, мне удобно говорить, просто я даже особо не замечала, потому что я тратила больше, наверное, на какие-то покупки. Вот у меня у дочери было день рождения вообще, ей был 21 год, когда мы туда приехали, и я ей купила там этот, как называется, ремень Селин. Вот, то есть это же я не могу включить в расходы, правильно? Потом нам загорелись очки Селин купить, и мы тоже купить. Потом какую-то одежду, вот майку, то есть это нельзя включить. Но вот, допустим, поход куда-то в ресторан нам обходился где-то примерно в 60 евро, 50-60 евро. Вот. Если мы идем, например, в магазин, ну, мы старались не закупаться, как я говорю, а что-то вот сейчас там, допустим, съесть, да, и у нас где-то выходило, ну, где-то, может быть, 30 евро вот так вот в магазине. Что еще? А, ну, ходили мы в какие-то музеи, тратили, ну, там где-то 17-20 евро где-то вот так вот были билеты. Вот. Потом мы делали профессиональную, так сказать, фотосъемку, да. Правда, она была недорогая по тем меркам, потому что сначала мы нашли за 600 евро, было как бы дорого, мы не стали этого делать, и нашли другую девочку, она нас сфотографировала за 200 евро. То есть это тоже какой-то расход был. Вот. В общем, если сказать на все про все, мы где-то потратили около 7 тысяч долларов. Это за 10 дней или чуть меньше, да? Потому что один день в Милане вы провели. Ну да, за 10 дней мы так потратились. Я считаю, тут уже и билеты, и проживание, которое мы Airbnb снимали. Вот. Ну, может быть, надо вычеркнуть 500 евро за... Может быть, даже 1000 можно вычеркнуть, что мы купили там какие-то безделушки. Airbnb сколько обошлось в сутки, обходилось? Сутки я вот уже не помню, но мы заплатили 1900 с чем-то, 1945, по-моему, за 10 дней. Вот. Потом мы летали в Милан, у нас получился перелет, наверное, около 500 евро. На двоих? Да, туда-сюда, естественно. Ну, то есть это не очень дорого, но на двоих вот получилось как-то в сумму в такую. Я видела, ты опять же ставила в сторис картины, очень необычные. Таких картин я не видела нигде. Какие-то очень такие исторические события, но в основном это мужчины и женщины в какой-то борьбе, окровавленные, с визуальным таким подтекстом. Это вот мы были в Лувре. Я думала, что Лувр — это там представлены все известные картины, как в моем было как бы в сознании. Оказалось, что наоборот, там собраны все картины каких-то разных, любых вообще художников, да. И тематика вся какая-то вот была, какая-то трагика постоянно. Либо какая-то божественная, то есть Иисус Христос там был распятый, какие-то вот с Библией связанные моменты были в картинах запечатлены. Вот. Ну и вот мне несколько понравилось какой-то такой истории трагичные внутри, что вот там, допустим, была картина, две женщины убивали мужчину, как бы написано, ага, что... Да, я вот об этой картине тоже говорю, она меня просто поразила. Вообще, и она меня тоже больше всех, конечно, запечатлила мое внимание, потому что написано было, что как будто бы это профессор изнасиловал вот своих студентов, как будто бы они его в отмщении убивали. Потом одна картина... Там женщина без груди, ей отрезали грудь, чтобы, типа, она не поклонилась Богу, что ли, типа, не особо была верующая, так я поняла. И за это ей отрезали грудь. Кошмар. Тоже как-то у меня внутри все перевернуло. Потом была картина, молодой парень, такой мощный, с накачанными бицепсами, что-то там тоже
над женщиной, и она его так хватает за волосы, и она вся там окровавленная, но тоже какие-то вот такие картины. Да, вот это вот изнасилование, какие-то вот убийства, вот было там запечатлено, как брат убивал брата, тоже как-то, я думаю, господи, что это за... И из мировых каких-то вот известностей была вот «Мона Лиза», одна картина, как я понимаю, достаточно известная такая, больше ничего такого. Ну, а сам Лувр красивый, он тебя впечатлил, или он такой простенький, скромный, да? Вот само оформление просто какое-то невероятное, все как будто бы в золоте, все расписное, картины, все потолки. То есть вот в этих же как будто бы картинах, которые висят, они как будто все на потолке тоже разрисованы. Эти как вот двери такие позолоченные, золотые, какие-то все в каких-то орнаментах каких-то фантастических. Снос башки. А вы не были в Мулен Руж, там, где танцуют в кружевах красотки в ритме? Нет, мы пошли туда что-то. Мы туда дошли до этой, как говорится, райончика этого, и там все было как-то не очень нам понравилось. Одни секс-шопы кругом, и все какие-то странные люди. Мы оттуда... Не захотели в их общество. Кристина такая, пошли быстрее отсюда, я больше здесь не могу находиться. Вот, хотя это как бы тоже страна жизни, да, но мы видели таких каких-то, как мне казалось, интеллигентных, манерных парижанин или даже, может быть, туристов. Ну, то есть все было так как-то пристойно, и тут вдруг какой-то вот, не знаю, такой не очень приятный вайб нам показался. Ну, ты знаешь, многие говорят, что Мулен Руж – это на любителя, то есть надо действительно, не знаю, может быть действительно определенного возраста, когда уже все равно. Или так, чтобы это тебе нравилось, да, варьете, вот эти вот юбки разлетающиеся. Да, мы как-то не фанаты этого, потом какая-то похабщина в этом есть для меня, я не люблю это. Мне нравится все какое-то интеллигентное, какое-то такое так, манерное, с тактом, все вот это. Также мне поэтому в Милане мне не очень понравилось, потому что, ну, как бы мне хотелось, чтобы ко мне тактично относились, а ко мне как будто вот, друган, заходи. А, ты знаешь, я про Милан хотела тоже сказать. Мы были в Милане, и в хороший ресторанчик зашли с мужем. Вот как ты рассказываешь, да, как завлекают вот так вот... посетителей таким образом, тоже там муж и жена были хозяева этого заведения, этого ресторана, и жена такая очень уставшая женщина, она к нам подходила, она с нами беседовала, предлагала блюда, а ее муж, он просто меня клеил, причем при моем муже. Мне так было неприятно, я сказала, когда уходила, что я больше сюда, ну так, шепотом своему мужу, что я больше сюда не хочу приходить, он просто вокруг меня бегал, сальными глазками смотрел, какие-то сальные комплименты такие говорил, это было ужасно просто. Вот, и я тоже, вот я даже подписывала, зачем ты еще начал какие-то русские слова, которые он там три слова знает, и начал говорить, потом-потом, суп с котом, я говорю, зачем вообще ты мне это говоришь, мне это вообще не интересно, я тебя даже не простила русский язык со мной использовать, я ему даже не говорила, что мы там из России или там откуда-то, что мы русскоязычные, то есть он сам это понял, видимо, это они уже видят сразу издалека всем, и начал тут нам по-русски выдавать пару слов, зачем? Вот тебе и разница между французами, да, они все-таки более сдержанные и уважительные, и итальянцами. А, ну, это мы не говорим там за каждого, говорим... Ну да, это мое впечатление, это то, что я увидела. Может быть, это не так. Я не говорю, что это я увидела, и меня это просит. Потом, когда мы ехали в Италию в поезде, нам нужно было доехать до аэропорта в поезде, там где-то 40 минут ехать или около того. Я была просто... Я не знаю, меня все распирало. Выпирала из меня все, что можно. Потому что ехать долго. Мы ходили целый день. Очень долго, очень много. У меня ноги отваливались просто. Значит, поезд. Сидят итальянцы. Он сидит вот так, ноги расставил. На второе сиденье поставил свои пакеты, сумки. Также другая итальянка поставила свои рюкзаки. А люди остальные стоят. Им негде сесть, нету места. Они расставили свои сумки. Все эти наверху полки, все пустые. Они расставили свои сумки и сидят парни вот так вот разговаривать по телефону.
Я меня настолько разбирала злость, мне хотелось подойти. Если бы, наверное, я была бы в России, я бы, наверное, подошла и сказала. Ну, то есть так вообще нормально так поступать? Но думаю, я тут не в своей стране, и потом люди все остальные тоже стоят, не возмущаются. Я думаю, ну ладно, я должна себя как-то сдержать, я должна как-то себя сдержать, хотя у меня ноги отваливаются так, что я не знаю, что я... Мне казалось, что я сейчас с ума сойду. У них есть немножко такая черта характера, как «я пуп земли». Мы когда-то тоже в Риме были, взяли такси, и, значит, водитель, такой коренной итальянец, огненные вьющиеся волосы, огненные, я так сказала, неправильно. Ну, в общем, суть в том, что он, когда услышал мой акцент, стал добиваться, из какой я страны. И когда я сказала, что я из Украины, он так обернулся и сказал: а где это? Вот серьезно, да? А что это за страна? Типа, вы кто такие там, да? Да, а вообще это что, существует такая страна? И все, я не стала даже с ним разговаривать, я проехала весь путь молча, но мне это было очень неприятно. Вот такой вот, знаешь, вот. Я себя почувствовала, как в России, как вот русские мужики на тебя там, или как-то с тобой так тоже отходится, что женщина – ты какой-то второй сорт, да? Да, но тут даже не в том дело, что я женщина. Ну, может быть, что я женщина, хотя рядом со мной сидел мой муж. Вот. И он даже опешил, у него дар речи пропал, он тоже ничего не смог, не нашелся, что сказать, да, ну типа, а что, есть такая страна, а где это, а что это за страна, Украина, а что это за страна, вот такой, да, был момент, это Рим, ну вот, да, был такой. Милочка, хорошо, я, знаешь, что хочу спросить, вот такая вот легенда о том, что Франция это, вернее, Париж это город влюбленных. Ты заметила на улицах что-то подобное? Парочки? Конечно, там очень много парочек, целующих, обнимающих. Кристина, у меня дочь моя. О, как они уже надоели, я уже на каждом Как они уже надоели? Обнимается. То есть, ну, наверное, это больше туристы, я думаю, все же. Потому что, как бы, на самом деле такое есть... закреплен за Парижем такой статус, да, и они пытаются оправдать этот статус, как мне кажется. Вот, ну, да, это тоже есть такое, и, ну, с одной стороны, вроде бы неприятно мне это смотреть, а с другой стороны, ну, блин, это любовь. Вот, моей дочери это очень не понравилось. Вот. А что касается людей, вот я просто хотела еще для сравнения привести пример, что вот как нас встретили там в Милане, да, этот мужчина, и мы пришли в булочную в Париже, взяли, значит, кофе, круассан, взяли кофе, круассан, и не было места посидеть, и сидел за одним столиком мужчина француз, такой, что-то тоже кушал, и он увидел нас, он подскочил такой, и нам сразу освободил место, типа, и ушел такой, даже ничего не сказал, что, ну, то есть, это было настолько вау, он освободил да. столик и пошел, мы такие, ему спасибо, спасибо. Ну, он такой засмущался, пошел. То есть вот такое отношение мне очень нравится, я просто балдею от этого. Или в доме, где мы жили, французы там по лестнице спускаются, и ты спускаешься, они всегда тебе скажут «Здравствуйте», так и расплывутся так. И не то, что расплывутся в улыбке, как здесь в Америке, фейковая улыбка, там как будто бы она от души идет, прям это вот чувствуется, что это тебе делают, от души тебе говорят, от души что-то для тебя делают. Вот я лично так себя там почувствовала. Вот. Мне было страшно, что вот вы две красивые молодые женщины, одни, без сопровождения мужчин во Франции. Ну, когда я туда ехала, у меня муж начал мне тут какие-то страсти рассказывать. Ты должна, держи там сумку вот так, там все обкрадывают. Смотри, с ними не заговаривай. В общем, у меня столько настережений, что он меня начал даже, как будто бы я сначала не боялась, а потом у меня начал какой-то страх панический возник. И мне как будто бы вроде бы и не хотелось лететь, я как будто бы не хочу, потому что он мне как-то все это внушил, он меня надавил, вот. Но так как уже все тут было сделано, все-таки мы полетели, когда я там очутилась, это, когда самолет приземлился, почему-то не было вот перехода от трапа самолета, а нас вез автобус. И нам, значит, пустили этот трап, да, на улице, и нужно было спускаться по лесенке, и вот этот вот ветер обдул, и я заревела. У меня прям слезы градом посыпались. Настолько это все как будто бы мне напоминало
не знаю, что-то все-то родное какое-то, знаешь, трава какая-то родная, как у нас там в России, да, ветер этот другой, свежесть какая-то, воздух какой-то другой совершенно, я в него вдыхаю, и у меня уж слезы. Вот. Это Смотри, был Мирочка, мы немножко с тобой там на эту тему переписывались, и я у тебя спросила, ну хорошо, вот такие у тебя были теплые эмоции, очень искренние по отношению к Парижу, а что бы ты сегодня уже могла сделать? И ты мне написала, нет, мне надо не думать о Париже, переключиться уже на американскую жизнь. А вот я почему тебе такой вопрос задала, потому что ты действительно можешь это сделать. Раз ты это уже сделала один раз, ты можешь сделать это и второй раз. И ты сказала, чтобы понять, насколько эта страна моя, не моя, да, то ты бы хотела в ней пожить еще месяц. И вот я хочу закончить на такой ноте, что я тебе желаю, чтобы ты еще раз летала в Париж, чтобы ты пожила там месяц, поощущала вот эти вот вайбы, да, поняла, насколько это твой город. И я думаю, что на сегодняшний день ты действительно можешь это делать. Это такое доступное, то, что тебе подвластно сделать. спасибо. Будем к этому, может быть, это и есть ты новая мечта. Не знаю. А там уже посмотришь, куда оно тебя приведет, к чему, Ну да, просто куда оно как тебя бы сейчас, выведет. мне кажется, это вот мое место. Ну, как люди говорят, что вот отпуск и, ну, как бы реальная жизнь – это разные вещи, да? Только поэтому мне бы, наверное, хотелось реально окунуться, ну, как бы народ, как бы больше там прожить, да, понять, что это такое. Только вот из-за того, что диктует вот такое вот мнение. Хотя мне кажется сейчас, что это просто вот вообще это то, что мне надо, это то, что вот я бы хотела вот такую повседневную жизнь для себя. Вот. Хорошо, дорогая, будем тогда заканчивать наше сегодняшнее видео. И до новых встреч! Пока-пока.